Чё не друг? Чё не друг? Рот. Кошка-терапия. Да. Кошка-терапия для начала. Ну все, щелкни, хочу пройти. Хочу пройти. Видно. Давай. Мама. А вот и твоя Зарина. Смотри. Да? Угу. Пару слов про вашу библиотеку, пожалуйста. Пару слов? Ну, что вам можно сказать? Работаю тут я недавно. Библиотека – это чисто мой кабинет. Вот. Ну, достаточно очень много людей сюда приходит в библиотеку. Записывается, читает литературу. У меня очень много литературы всякой разной. От классики до детективов, романов, фантастики. Ну, и также много журналов, газет. Посмотреть, чуть-чуть правее взять. Любой может сюда прийти. Да, любой может прийти, даже может взять, почитать здесь литературу.
Или взять в номер ее. Вот, спасибо. Это так. Пожалуйста. Я Розинский Лен Иванович. Учитель с большим стажем, заслуженный учитель России, получил путевку как инвалид второй группы в этот замечательный пансионат с лечением, или, можно сказать, санаторий. Здесь прекрасная природа карельская, сосны вековые окружают этот пансионат. В 100 метрах под горой прекрасное озеро, прекрасные интерьеры, чисто. Красиво, большие номера с ванной, со сверной, с душем, двухместные, очень все хорошо, прилично кормят, хорошее медицинское обслуживание, масса процедур, и самое ценное, что здесь плавательный бассейн с очень теплой водой, 29-30 градусов, где все отдыхающие могут каждый день по полтора часа в любое время из предложенного поплавать. Ведется там такая лечебная гимнастика в воде, кто хочет. В общем, я абсолютно не жалею, что в этом году мне досталась такая замечательная путевка. Вот были мы в музее, я увидела фотографию. Здесь моя бабушка. Вот бабушка моя. Какая? Вот. Четвертая. Да. Как книга называется? Кивинапа. Кивинапа. Первомайская книга вторая. Как вас зовут? Меня? Юлия Владимировна. А бабушку как? Ксения. Спасибо большое.